Информация, в принципе, только вот такая общая информация. Я созванивался с дагестанцами, с людьми из Дербента, с Махачкалы, но все равно у них тоже как бы какой-то специфическая информация или каких-то неизвестных нам обстоятельств они тоже не говорят. Они наблюдали за этими процессами. А относительно, Илья, по поводу этих двух версий, я думаю, что это для вас не будет удивительным. Я все-таки склонен думать, что за этой акцией стояли российские спецслужбы, и что это было управляемое, так называемая управляемая операция. Почему я так думаю? Если брать во внимание вторую версию, то оно не могло бы быть такой скоростечной и с использованием таких небольших ресурсов и небольшой человеческого потенциала, ресурса. Потому что если готовиться к каким-то масштабным протестным вооруженным акциям, то я думаю, что это будет более масштабным и более подготовленным. А вот то, что мы наблюдали, это такой локальный инцидент, но при этом призывающий и привлекающий внимание, очень большое внимание всего международного сообщества, скажем так, потому что здесь задеты синагога, православная церковь, убит священник, и вот сама акция, где это происходило, и Дербент, и Махачкала. А вот то, что мы к этому привязан еще и какой-то российский чиновник, главный представитель Единой России, думаю, вот их могли использовать в темную. Я имею в виду вот двух сыновей, если у них есть какие-то ориентиры относительно религиозных предпочтений, какого течения, какого направления они придерживаются. Ну да, в Дагестане очень много конфессий, очень много и течений исламской конфессии, очень много течений. И там очень разные люди и с разными взглядами на какие-то даже общие вопросы. Поэтому мне кажется, что это была такая управляемая акция, и это Путин и его спецслужбы вернулись к излюбленным, отработанным методом, террористическим акциям, чтобы привлечь внимание сообщества и отвлечь внимание от каких-то основных проблем. А основная проблема, я думаю, что все-таки это фронт, украинский фронт, где Россия несет огромные потери и теряет свои позиции. И, конечно, сегодня в любом случае, вот эти последние несколько дней, все информационные ресурсы говорят только вот об этом инциденте в Махачкале, а вот эта тема как бы отходит даже не чуть ли на второй, третий план. Поэтому мне кажется, вот это и самое главное, что я опасаюсь, что вот все эти акции, которые уже несколько месяцев идут в России, что это прелюдия к какому-то масштабному, огромной акции в самой Европе. Открывается Олимпиада во Франции, и вообще снова заговорили об ИГИЛ, о исламском государстве. Это как бы подготавливает общественность к тому, что ничего не ушло, никто никуда не делся. Эти организации есть, и люди, которые могут или проводить такого рода акции, или брать на себя ответственность за эти акции, что они есть. Вот у меня вот такое нехорошее предчувствие, связанное вот с тем событием, которые происходили в Дагестане, Илья. Я думаю, что в данном случае эти структуры, и не только сейчас, а начиная с 99-го года, они руководствуются целесообразностью или другого теракта. А целесообразность заключается в том, что вот если вспомнить предысторию всех этих моментов и вообще предысторию прихода к власти Путина и вот как все это длилось. И мы же знаем, что несмотря на все те бравадные заявления Путина, Патрушева, потом в последующем Бортникова, сколько террористических актов было совершено. И многие из них
особенно крупные террористические акции, они были проведены под руководством ФСБ и других российских спецслужб. И поэтому в данном случае, просто когда речь идет о масштабном, чем-то масштабном, ситуация с престижем российских спецслужб или контроля, не контроля, тут уже не играет никакой роли. Вот заказчик Кремль, если заказал эту акцию с тем, чтобы оправдать или заявлять о своей непричастности к трагедии или к акциям, которые пройдут в Европе, это небольшая растрата, и имиджево ничего страшного не произошло. Они людей используют в качестве абсолютно расходного материала. Это уже доказано. Я с кем, как кому-то из наших коллег, из информационщиков говорил о том, как они воспользовались, вернее, использовали ситуацию и позволили самостоятельно сами взорвать автобус с курсантами для того, чтобы внедрить человека в одну группу, военизированную группу. Они позволили ему взорвать автобус с курсантами. И таких случаев в жертву были принесены жители Москвы, Волгодонска, Буйнакска, когда Путину необходимо было получить власть и оправдать свое вторжение или начало второй русско-чеченской войны. Поэтому все зависит от того, что имеется в виду и какое развитие это будет иметь. Именно поэтому я подчеркнул, что меня очень сильно волнует тот вопрос, что вот на ровном месте они провели эту акцию, ничего не значащую ни для Дагестана, ни для России. Это значит направлено на то, чтобы оправдать или дистанцироваться от той акции, которую они готовят здесь, в Европе. А что такие акции возможны, это тоже у нас есть опыт того, что как Россия и российские спецслужбы проводили эти акции в Европе и публично заявляли о том, что это произошло только лишь потому, что европейские специальные силы не сотрудничали с Россией. Это было в 2013 году, это было в 2020 году, когда во Франции произошли теракты. Медведев сам комментировал, не говоря уже о других, он, будучи председателем или зампредседателем Госсовета России, комментировал и говорил, что во Франции, в Германии эти теракты произошли, потому что эти спецслужбы этих стран отказывались взаимодействовать и сотрудничать с российскими спецслужбами. Я вот ожидаю что-то вот такое вот в связи с тем, что произошло в Махачкале и до этого Подмосковье. Если уйдет Россия, вы там передеретесь, там и переругаетесь и так далее. Если вам интересно и не верите моим словам, вы можете в истории поискать. До появления Русской империи на Кавказе ни один народ на Кавказе не воевал ни с одним народом. Любая империя, когда приходит управлять, оккупирует территорию, лучшие люди этих народов, которых оккупировали, они воюют против оккупантов. Враг находит свою поддержку худших людях этого народа. Сегодня на Кавказе нами управляют худшие представители наших народов. Когда империя со своими штыками уйдет, кавказцы во главе себя поставят лучших своих. А лучше мы договоримся, не беспокойтесь. Совершенно согласен с господином Кутаевым относительно его заявления, что сегодня управляют худшие, а если когда закончится влияние России, народы изберут самых своих лучших представителей. И они определят и взаимоотношения между народами Кавказа, и взаимоотношения с соседними государствами. Так было всегда. Так было до появления Российской империи. Так было тогда, когда Российская империя разрушилась. Буквально в течение 3 лет было создано конфедеративное государственное образование, куда вошли несколько этнических национальных групп, то есть представители республик, 5-6 республик. И
Илья, вы помните, мы в Киеве отмечали 105-ю годовщину со дня сформирования Кировской Республики, Конфедерации народов Кавказа, и провели конференцию. И потом 106-ю годовщину мы уже учредили комитет по восстановлению государств, кавказских государств. Я думаю, что вот эта платформа, которую мы уже создали, вот эта политическая платформа, она и будет основой независимых, суверенных кавказских государств. И абсолютно уверен в том, что вот те страшилки, которые сегодня рисуются и доводят до международного сообщества и до наших союзников и партнеров и по европейских странах, что Кавказ захлестнет гражданская война, исламский радикализм начнет этнические чистки или какие-то другие беспорядки. Абсолютно исключаю это, все будет нормально. Все эти моменты имелись на Кавказе только после появления России. Принцип «разделяй и властвуй», он всегда был излюбленным для любой империи. А Россия использовала именно фактор разногласий и противоречий в религиозных вопросах, потому что в исламском мире и среди мусульман очень много разных течений. И вот противопоставляя их и провоцируя ситуацию, им удавалось что-то где-то очень локально доводить до конфликта. Просто это было ваша бытность. Вы еще, по-моему, я не помню, вы были уже в Госдуме или нет, 99-98 год, когда в Дагестане разыгрывалась именно религиозная карта. У нас было подписано соглашение, в Москве был подписан договор о мире, в 1997 году Масхадовым и Ельциным, это было, в принципе, взаимное признание. И в это же время на Чеченской республике началась абсолютно чуждая для нашего общества идеология, которая радикально отличалась от того, что было. И когда эти называли его ваххабистской идеологией. И в Дагестане были два района, Карамхи и Чобанмахи, которые объявили шариатское правление в этих двух населенных пунктах. Степашин ездил туда, разговаривал, встречался, они обменивались подарками. И Степашин вернулся в Москву и докладывал Ельцину, вот в этих районах даже криминальная ситуация изменилась с того времени, как объявили шариатское правление. И поэтому это не какие-то ваххабиты, а даже очень хорошие бородачи. Но через 3 месяца, используя эту ситуацию, Россия развязала войну на Северном Кавказе и обозначила ее войну, начало Второй русско-чеченской войны, назвали тогда контртеррористической операции на Северном Кавказе, именно используя вот этот фактор двух населенных пунктов. И сама акция о том, что когда Шамиль Басаев или добровольцы вышли помогать этим населенным пунктам, это было оглашено как агрессия со стороны. Сначала они создали этот анклав, в последующем вызвали на помощь Шамиля Басаева и других представителей из Чечни, Дагестан, а в конечном итоге развязали вторую русско-чеченскую войну. То есть вот эти сценарии, они всегда разрабатывались российскими спецслужбами, используя и религиозный, и национальный характер. Но это все было только при влиянии России. А до этого времени, как говорил Кутаев, нету в истории ни одного факта, чтобы кавказские народы между собой определяли, вернее, выясняли отношения войной или какими-то противостояниями. И сейчас, как только влияние России закончится, я уверен в том, что на Кавказе будет мир и стабильность. И всему миру будет интересен, и Кавказ будет, и это будет новое государственное образование, которое может привлечь и инвестиции, и может явиться очень серьезным рынком для остального мира. Я хочу сказать, что мы на съезде сейчас создали позицию специального прокурора, который будет вести расследование по развязыванию всех агрессивных войн по Путину, Медведевым. И мы
одинаково в этом смысле относимся к характеру войн. В Чечне, в Грузии, в Украине мы считаем, что это звенья абсолютно одного цепи, явления одинакового порядка. И я очень надеюсь, что мы узнаем правду о том, как эти войны были развязаны. Спасибо вам большое. Представитель кабинета Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев был с нами на связи.